Доброе утро! Вы смотрите «Утро» на 7-м канале. Меня зовут Татьяна Шлектенко, и я предлагаю начинать готовить завтрак. Как всегда, оригинально и вкусно, и как всегда, в ресторане «Кадор» на Французском бульваре 66/3. Так что стартуем вместе с поваром Александром Йорзом. Доброе утро! Доброе утро! Что сегодня будем готовить? Сегодня мы приготовим салат с хамоном и рукколом. Хамон и руккола. Что еще нам понадобится? Нам понадобится сырфета, сицилийские оливки, помидоры черри, артишоковое масло и лимон. Компоненты весьма несложные, так что начинаем готовить вкусное и полезное блюдо. С чего начнем? Начнем с приготовления салата. Возьмем рукколу, поместим в нашу миску, немного соли, еще черный перец, затем нам понадобится хамон, помидоры черри, которые мы нарежем. Руккола – это на самом деле родственник капусты. Сейчас очень популярная травка, используется в самых разнообразных салатах, первых блюдах, даже в десертах. Порой действительно очень просто ее, оказывается, вырастить и на нашей территории. Для этого нужно просто посадить ее либо в горшок на балкон, либо на вашу огородническую грядку, и уверены будьте, расти будет. Хамон нарежьте тонко и затем порвите его хаотично на мелкие куски. Чтобы всем, кто будет кушать этот салат, достался кусочек. Так. Затем лимонный сок. Я возьму четверть лимона, этого будет предостаточно. И выдавлю не полностью его. Подставляем палец, чтобы не попала косточка в наш салат. Да. Достаточно. Затем артишоковое масло. Ну, не на каждой кухне, ведь оно найдется. Какое можно использовать еще? Оливковое масло Extra Virgin. Идеально подойдет для этого салата также. Старайтесь использовать как можно больше видов масла на своей кухне. Это сделает ее, во-первых, разнообразнее, во-вторых, гораздо вкуснее и, как следствие, полезнее. Тань, подвиньте, пожалуйста, тарелку. Выкладываем наш салатный лист вместе с помидорами. Главное делать это быстро и готовить салат за несколько минут до подачи его на стол, для того, чтобы листья не увядали. Затем сицилийские оливки. Они у нас слегка примаринованы. Да, буквально один день они стоят, он потом смывается и заливается обычной подсоленной водой. Затем берем фету, тоже хаотично ее ломаем, такой деревенский итальянский салат у нас получается. Фета, кстати, невероятно полезный сыр, в нем живут специальные микроорганизмы, которые помогают нам стабилизировать микрофлору нашего кишечника и даже помочь при отравлении, так что есть его нужно побольше. И, кстати, в 100 граммах феты содержится суточная норма калия, так что не пропускайте этот сыр своего внимания. Затем последний штрих и основа нашего салата – это хамон. Выкладываю его сверху. И чипсы хлеба. Ну, это уже декоративные элементы. Это уже я добавил от себя. Вы можете это не делать. Наше блюдо готово. Приятного аппетита. И вы добавляйте компоненты на свое усмотрение. Главное, чтобы приготовлено было с любовью. Ну, а мы все-таки будем стараться удивлять вас все новыми и новыми рецептами. У нас на 7-м канале вместе с рестораном «Кадор», который находится в Одессе по адресу Французский бульвар 66/3. Так что спасибо, Александр. Здоровья. А вам приятного аппетита. Приятного аппетита.